Здравствуйте, друзья! Вы любите очень быстрые завтраки? А может быть, вы любите пиццу? Так вот, мы сегодня с вами готовим два в одном. Это будут горячие, очень вкусные бутерброды, да еще и поджаренные на сковороде. Разбила в глубокую миску два яйца. Сюда же высыпаю мелко покрошенную колбасу или натертую на крупной терочке. Добавляю натертый сыр. Мелко нарезанные помидоры без сока. В чашку добавляю столовую ложку сметаны. У меня десертная, поэтому добавляю полторы. Немного посолю, так как сыр у меня соленый, буквально щепотку. Добавлю черный молотый перчик. Это делаем по вкусу. У меня получилась вот такая вот намазка. Небольшой батон. Я разрезала на 6 ломтей, краешки убрала. Немного намазываем на одну сторону, выкладываем бутерброды намазкой вверх на разогретую сковороду с растительным маслом. Закрываем крышкой, даем немного прогреться, чтобы сыр чуть-чуть расплавился и схватился. Когда слегка кусочки прогреются, их можно перевернуть. И теперь поджариваем, пока не зарумянится нижняя часть, примерно 2-3 минутки. На верхнюю часть мы также выкладываем остатки начинки и аккуратно размазываем. Теперь аккуратно переворачиваем. Обязательно попробуйте приготовить, вам очень понравится. Вполне бюджетный вариант для завтрака, быстрого ужина, если вам нет времени. Приятного всем аппетита! Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие ролики. До новых встреч!